Сегодня у нас 6 апреля. Вот хочу вам показать клубнику. Это уже клубника у нас после обработки, то есть после подкормки. Подкормка весенняя, как правило, делается до цветения. Вот, желательно хотя бы один раз удобрить. То есть каким образом делается подкормка? Мы используем коровняк. Вот, то есть где-то 100-литровая бочка. Туда где-то 3 ведра навоза. Навоз у нас, могу по сути показать вам. Навоз, вот я как-то привозил. Такая куча навоза. Вот. Навоз, ну, коровняк от коров. Вот такого вот навоз мы кидаем в бочку, заливаем водой, немножко ждем. День ждем где-то минимум часов 10. И потом через 10 часов мы берем оттуда эту жидкость и примерно 0,5 литра такой жидкости под каждый кустик мы поливаем. То есть вот такая подкромка делается. В данном случае сорт Свитхард, то есть средний ранний сорт. Вот. Но пока мы видим, он такой маленький. Он сейчас начнет пойти, расти, он изменится. Он станет большим, потому что он подкормлен. Вот в этом году перезимовала клубника. Ну, не сказать, что хорошо, но уже она пошла в рост. То есть она уже... Это вот у нас сорт Азия, средний ранний сорт. Так вот он сейчас у нас выглядит. Здесь еще у нас есть сорта. Это все из новых сортов. Кленси, средняя клубничка, тоже откормленная. Так вот пока выглядит. И еще один сорт в этой, на этой грядке пока готов. Покажу. Максим, средний. У нас пока он выглядит. Есть, конечно, и другие сорта, которые я покажу позже, когда они уже будут готовы для того, чтобы их показать. Пока вот 4 сорта, которые подкормлены.